Вы на канале Паркетосы, и мы сегодня зимним днем, выходной, решили паркетосами отправиться в одну секретную экспедицию. Секретная? У нас даже нет названия этой секретной экспедиции. Но вместе с тем у нас сегодня интересная такая будет активность, потому что мы решили в несколько групп поехать в лес поискать елки. У нас есть группа американцев, передвигающих на джип-чероках. У нас есть группа французов, которые едут на французских псевдо-внедорожниках Duster, но хорошо они себя показывают, а Captur вообще красавчик. У нас есть англичане в лице дорогого Defender и подготовленного Discovery номер 2. И у нас есть злые лесники. Злые лесники во главе китайского внедорожника Hover. А лесники у нас на чем передвигаются? Любимая машина всех лесников – это что? Патрол. Поэтому пойдем узнаем, где наши лесники и готовы ли они встретить наши мобильные группы, которые въезжают в лес сейчас за елками. Погнали! Братцы, что расселись? Я столько нарушителей с коптера увидел, вы бы знали. Поехали. А кто там? Америкосы. Америкосы, французы и японцы. Вот быстрее. Встретили мы тут в лесу американцев. Вы за елкой приехали? Что вы тут делаете? За грибами. За грибами? Ну это первые, наверное, уже эти подосиновики должны появиться. Керосиновики. Керосиновики. Так что елку будем брать? Ага. А лесников не страшно, Илья? Нет, будем сначала... Будем. И лесников, и елку. Сначала всех будем. Сначала лесников. Не, ну с такой бензопилой туда, или это электропила? Электропила. О! Так а на елку на чем повезете? Ну, думаю, Саша, на тебе. Машина у меня уже давно, 2010 год, это первый выпуск ВК-2 Grand Cherokee, 3.6 мотор, комплектация Limited. Вот я на ней уже около 4 лет езжу. Машина, в принципе, едет везде, пока не прилипнет, грубо говоря, к земле, либо к снегу. Поэтому в эксплуатации абсолютно недорого, я считаю, что для рядового белорусика нормальная тачка, в общем-то. Обычный, ну, чуть посвежее. Он 19-го года, тоже американец. Значит, ну, машиной владею полгода. Катаюсь, пробую в разных местах. Но второй раз за такой елочкой я уже не поеду, наверное. Как-то все-таки немножко некомфортно, да. Ну, а так, в принципе, едет везде, под натягом. Полный привод вытягивает все, поэтому, в принципе, тоже всем доволен. Машина едет, елки возит, все хорошо. Ясно. Старый добрый Grand Cherokee второго поколения VJ 4.0. Двигатель начинался выпускаться, если не ошибаюсь, 1967 года с модификациями. Едет, проблем нету, запчасти дешевые. Все, поехали. Все, садитесь в машину и выезжайте. Вот.
американцы делают ноги, услышали лесников и потихоньку сваливают. Машины все разные, вы все слышали, поэтому интересно, кто найдет свою елку. Вот и французы в лесу где-то подстряли. Ехали, ехали эти гордые французские внедорожники. Ого! Французы не ожидали такого. А, маленький француз-то проскочил. Это разведка ваша. Правильно, главное на лесников не нарваться. Главное не нарваться на лесников. Пилить будем здесь. Хорошо идет. Как по маслу идет. Ну что, делаем ставки. Сможет Дастер освободить себе дорогу или не сможет? За елочкой же хочется. Поехал. Натяжка пошла. Вот как легко утянул. Идем нашу традиционную рубрику сделаем сейчас. А что за она, я думаю, вы уже все догадались. Друзья, зима пришла, снег в лесу, хорошо, свежий воздух. И мы продолжаем нашу традиционную рубрику, когда мы закапываем продукцию GrotFood. У нас сегодня на повестке, или для клада, можно сказать, тушеная свинина. Тушеная свинина с острым перцем. И каша перловая говяжья с говядиной. Сейчас мы это все ложим в пакетик. Подымем чуть-чуть мох, я думаю. Нам особо так закапывать не надо. Ну, главное, чтобы потом, когда снег растает, не нашли. Вот, смотрите, все по-честному. Ложим пакетик. Присыпаем, закапываем. Поэтому, друзья, кто найдет пакетик, обязательно напишите в Instagram паркитосы, сфотографируйте фотографию, что вы добрались до сюда, потому что сейчас я вам покажу, где мы это все спрятали. Не так просто сюда доехать. Смотрим на моем навигаторе, где это. Все недалеко, это у нас заказник Белая Русь, это недалеко от Хатыни. Вот сейчас мы раздвигаем. Дорожка, по дорожке будете ехать. И вот здесь есть интересная елочка. Сейчас посмотрим, где мы находимся. Опа, мое местоположение. Сейчас я вам покажу координаты. И координаты будут еще дополнительно в видео. Сейчас копировать. Вот координаты. И мы их сохраняем, чтобы вложить в видео. Ну что, друзья, всем удачи найти
Кто первый, того и тушенка. Приятного аппетита. Бегу. Вот классно получается, Ниссаны гонятся за французами. Давай, давай, давай. Как всегда бывает, что-нибудь да где-нибудь ломается. А у ветерана 90-го года Ниссана отрыгнул тросик газа. Сейчас вот самые умные, самые подготовленные джиперы пытаются исправить эту ситуацию, найти способ, как этот тросик закрепить. У меня было все просто. Завязывай на узел, едь дальше. Но говорят, что есть другой подход. Поэтому я думаю, что мы сейчас починимся и поедем дальше. Как тяжело бывает в лесу, когда ты поехал один. Хорошо, когда мы едем большой колонной, у всех есть бензопила, есть чем спилить.
чего-нибудь там отрезать. Вот сейчас, вот видите, большие деньги. 80 тысяч евро плюс. Пытаются заехать в лесу, объехать, заехать. Видели, дастеры проехали, а Defender все никак. Вот что делать-то будем, я не знаю. У нас сегодня интересная такая будет активность, потому что мы решили в несколько групп поехать в лес поискать елки. У нас есть группа американцев, передвигающих на джип-чероках. У нас есть группа французов, которые едут на французских. Ехали мы, ехали по лесной дороге, и у нас приключения, как всегда. Как вы думаете? Конечно же, Defender говорит, скучно мне, и вот где-то порвал колесо. Ну да, шипит. Хорошая зимняя резина. Сейчас будем менять колесо. Крюки мы уже доставали. Колеса мы еще не доставали. А с этой стороны? Что комментировать? Ничего интересного. Никакого удовольствия. Машина тяжелая. Нужно открутить. Уже сколько витков сделал? Сколько? Чуть 20, наверное. О. Не, вообще, они должны приехать. Бесплатно принять. Серьезно? Ну, просто это будет дольше. Да ну нафиг. Да. Это у тебя сервисная гарантия, да. Такая? В любой части города. Да. Должны... города. Страны. Мира. Можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как едет Defender и как меняют колесо на Defender. Видишь, а с баллонником тоже шинт. Как это? Опыт тоже интересный. Очень интересно. Нет? Шикарно просто. Что, все? Да, да. Так, эти свои. Да, короче. Как будто не должно выйти быть. Все нормально. На одну гайку сначала, а потом на другие. Сначала одной чуть-чуть, потом напротив одну. Все. После всего увиденного вы готовы поехать с паркетосами в экспедицию на покатушке? У нас сегодня было такое лайт-лайт, но для паркетников уже было жестко. Потому что лед уже замерз, была колея, было сложно проехать. Практически не снимали проезды сложные. Но вместе с тем мы командно все выехали из этого леса. И сейчас будем двигаться уже на отдых. Осталось нам только чуть-чуть поменять колесо у Defender. Ну, чуть-чуть буквально сломалось. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, а мы говорим вам. До новых встреч! Надеюсь, что у Васи получится, нет? Получится? Хай только не получится. Что, мы зря тут мокли, мерзли. Вася, ты, наверное, слышишь, да? Вот будешь слушать, мы тебя вспомнили хорошим словом. Как сегодня мы с Вадимом были операторами.